Привет, с вами Ирина. Было на YouTube несколько вопросов, почему это я выставляла некоторые растения на продажу в группе ВКонтакте и ни слова не обмолвилась об этом на YouTube, потому что были желающие, которые хотели бы купить какое-то растение, а я тихо, молча выставила только парочку растений в группе ВКонтакте и никому ничего не сказала. На Фейсбуке тоже не было растений из Германии. Так что хочу поставить вас всех в известность, что завтра в группе ВКонтакте я буду опубликовывать продажу растений. Несколько растений будет из Германии. А вот и несколько своих растений я выставлю на продажу, в том числе и Нину Квин, которая с деткой. Уже, кстати, очень много желающих, даже не знаю, как это правильно поступить именно с этой орхидейкой. Ну, в общем, еще до завтра у меня есть время, я еще подумаю. Вот эту вот орхидеюшку Ирен Добкин. Она уже забронирована, так что ее в продаже в этот раз не будет. Но по многочисленным просьбам организовываю заказ от Швертера. Я уже связалась с ним, потому что когда мы снимали видео, вернее, когда мы спрашивали, можно ли снять видео, делать фото, то мой муж рассказал им, что у нас есть канал на YouTube, посвященный орхидеям. На что нам радостно ответили, что, конечно же, снимайте. Единственное, что не забудьте про нас и вышлите нам ссылочку на это видео. Ссылочку я на видео отправила. Получила большущий ответ. Буквально там начало, одно предложение я скопировала и показала в группе ВКонтакте, что мне ответил Швертер. Вот. Ну, в общем, собираем заказ до конца мая. Я думаю, где-то в начале, в первых числах июня наш заказ уже приедет к нам в Украину. Поэтому, если есть желающие с Украины, то можете присоединиться к этому заказу. Я отдельно еще об этом напишу в группе в Фейсбуке, потому что есть такие у меня зрители, которые пользуются, скажем так, ну, Фейсбуком, то есть имеют свою страничку, а ВКонтакте не бывает и даже толком не знают, что это такое. Поэтому я обязательно напишу об этом еще дополнительно в группе в Фейсбуке. Вот все, как принимаются вообще заказы на растения. Пока что для начала, потому что неизвестно, какое количество растений мы будем заказывать, сколько будет желающих, поэтому для начала у нас коэффициент будет 1,4. 1,4 это если стоимость растения, к примеру, у нас 10 евро, значит мы умножаем на 1,4 и на выходе с доставкой в Украину мы получаем 14 евро. И эта стоимость будет за фитосертификат и за доставку. Чем больше будет желающих, тем, возможно, будет немножко меньше сам коэффициент. Но, с другой стороны, если будет очень много желающих, то, возможно, все растения не поместятся в одну посылочку, поэтому нам нужно будет брать не одно место, а два места. А это, опять же, дополнительная трата идет на доставку и отдельно на фитосертификат. Поэтому будем уже исходить из ситуации уже в конце мая, когда соберем заказ. Вот тогда и я посижу, подумаю, посчитаю, как это правильно все сделать. Так что, если есть желающие, пожалуйста, можете присоединиться к заказу. Если у вас нет странички в Фейсбуке, если нет странички у вас ВКонтакте, значит, можете писать тогда под этим видео, что мне нужно вообще для заказа. Для заказа вы заходите на сайт Швертера. Я в комментариях ниже оставлю ссылку на сайт.
Для того, чтобы выбрать растение и заказать его, вам понадобится просмотреть альбомы на сайте и понравившиеся растения сбрасывать мне ссылку на это растение. Заказ будет по 100% предоплате. То бишь я не буду заказывать за свои деньги, скажем так, заказ, потому что есть риск, что эти растения не выкупят. Поэтому однозначно только по 100% предоплате. То есть если вы хотите какое-то растение, вы его выбираете, скидываете мне ссылку. В конце мая, буквально за 2-3 дня, постараемся собрать все проплаты и будем уже делать заказ и оплачивать его. Вот. И после этого будем ждать посылочку в обязательном порядке. Придет, когда посылка, я сниму про это видео, то бишь мы вскроем коробочку, вместе с вами будем каждое растение раскрывать, поэтому, поверьте, никто не будет делить ваши растения, там чего-то отрезать и так дальше и тому подобное, то бишь вы увидите сразу, непосредственно, когда я буду доставать из коробки, вы сможете каждый увидеть свое растение. Поэтому не переживайте, потому что мне уже одна девушка написала, а как я буду знать, возможно, вы там чего-то себе полрастения переполовините. Ребят, ну я таким не занимаюсь, честно. То есть заказывать растения, где-то там что-то, ну это несерьезно, поверьте. И как-то мне не хочется, честно говоря, портить свое имя, и ну, это вообще недопустимо. Поэтому в любом случае, когда я получу посылку, я ее буду открывать так же само, как и предыдущую. То бишь вскроем с вами коробочку и будем доставать все растения, и каждый сможет найти и увидеть свое растение, в каком оно пришло состоянии. Вообще, сколько там листиков, какие корешки, то бишь я буду показывать каждое растение. Поэтому за это можете абсолютно не волноваться. Но если же все-таки вы переживаете, там сомневаетесь, то тогда даже лучше не заказывайте, потому что это все не так просто. Вот, на каждого тратить много своего времени, уговаривать я никого не буду. Поэтому делайте, пожалуйста, свой выбор обдуманно. Рассчитывайте все свои силы, потому что растения не дешевые, как для Украины, потому что цены, вы знаете, что это все в евро. Вот, конвертация будет на момент оплаты по Приватбанку. Так что пока что за оплату я вам не могу сказать. То есть мы выберем какой-то там день или два дня, например, и в эти дни сделаем все проплаты, и после чего я закажу непосредственно заказ у Швертера. Я уже спросила, можно ли заказать у них еще один заказ, вот, и попросила, чтобы нам выбрали самые лучшие растения. На что мне ответили, что взамен на видео они выберут для нас самые хорошие растения, то бишь самые лучшие из того, что у них есть в наличии. Так что в обязательном порядке после получения посылки я просто буду обязана снять видео, выложить его на YouTube и отправить им потом ссылочку на то, что я раскрываю посылочку, и мы смотрим, какие это растения. Потому что для Швертера, поверьте, это тоже немаловажно, это, ну, своего рода как бы действительно для них реклама, причем реклама будет очень даже хорошей, потому что канал достаточно уже раскручен, у нас очень много подписчиков, очень много просмотров. Вот, и хочу вам сказать, что просмотры не только Россия, Украина, а из очень много других стран. Так что видео обязательно я сниму. Если есть желающие, пожалуйста, можете присоединяться к нашему групповому заказу. Вот. Ну а завтра я устрою такую небольшую, скажем так, распродажу растений. Вот. Сегодня я постараюсь максимально по возможности все растения доставать из горшочков
и показывать корешки. Я думаю, что я отдельно создам для этого будет отдельный плейлист, и в группе ВКонтакте я буду выставлять растения. Первое будет фото цветущее, то есть вариант цветения, как это растение цветет. Вот, потом фото будет растение, которое продается. Фото будет сделано сегодня либо завтра, то бишь фотографии однозначно свежие. И постараюсь добавить видео, в котором достану растение и посмотрим мы с вами корешки. То есть вы будете видеть, что вы покупаете, какое растение, какие у него корни, чтобы не было потом никаких вопросов и никаких нареканий, что вот я купила такую орхидею, орхидеи не дешевые, а там вот такая вот ситуация. Поэтому вы будете обязательно видеть то, что вы покупаете, какие корни у растения. Вот, ну и уже будете из этого, от этого отталкиваться. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем спасибо огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!